cape. Здравствуйте, меня зовут Федор Васильев. Приветствую вас в 35-м уроке видеокурса «Уникальные виджеты Adobe Muse». В этом уроке я хочу вам показать виджет, который позволяет делать вот такой эффект. Обратите внимание, вот на нижнюю часть экрана эффект на наше изображение. У нас как бы здесь идет обрезание так в полукруге. И если я прокручу страницу вниз, обращаем внимание, как себя ведет этот полукруг. Он исчезает, и картинка в итоге уже к концу верхней части браузера, она уходит на нет. Не знаю, зачем, где может это пригодиться, но может быть кому-то пригодится данный виджет. Давайте перейдем в Adobe Muse и посмотрим настройки данного виджета. Виджет перетягиваем на холст и давайте посмотрим настройки. Первое, что нам нужно сделать, это загрузить сюда изображение, потому что весь смысл здесь идет с вашим изображением. Кликаем по ссылке «Добавить файл» и загружаю я какое-то свое изображение. Сейчас по умолчанию видно, что у нас нижняя часть, вот это вот полукруг, он белого цвета. Давайте посмотрим, как сейчас все выглядит у нас. Сейчас виджет я не растягивал на холст во всю ширину, да, и поэтому мы видим сейчас вот такое вот. То есть вы можете сделать во всю ширину холста, а можете сделать какую-то ограниченную свою область. Вот смотрите, видите, да, вот эта часть нижняя, она белая. На самом деле здесь идет просто обман зрения. Я сделал нижнюю часть цвета заливки браузера, и поэтому кажется, что это изображение обрезано. На самом деле здесь просто идет заливка. И обратите внимание, что на само изображение накладываются какие-то два эффекта, вроде бы, цвета. То есть сейчас изображение не в оригинальном виде. Я вообще не знаю, зачем здесь это нужно. У нас идут вот первый цвет Color и Color 2. Здесь вы можете перечеркнуть цвет, и тогда эффекты на изображение не будет. И, соответственно, вот последний Color, вы выбираете тот цвет, который вам нужен. У меня идет заливка браузера вот таким темно-зеленым цветом, поэтому я здесь такое и выставляю. Если у вас заливка браузера как по умолчанию белая, то как раз там белый уже стоит. И, в принципе, вот сейчас кажется, что обрезано, да, полукругом. И вот, в принципе, вот такой эффект получается. В принципе, вот он весь виджет. На этом я заканчиваю данный видеоурок и увидимся с вами в следующем.